Они там уже были. Но капец. Они черные. Вот тут. Вылез вот сюда, на сухое место. Вот, вот сюда их кинули. Вот. Угу. Причем неизвестно, кто ночью приезжал. Это то, что ночью сделали. Ночью. Утром в 9 утра бы приехали. И это уже, были. Уже были. Несчастные животные. Чужой да. Сюда не поедет. Ну да, да, да. Ну понятно, что здесь, знаешь, что кормят на этой улице. С этой улицы тоже. Значит, оттуда. Да. Уроды эти. Сволочи. Приехали щенки, которые были в канаве брошены. Ой, боже мой, они совсем крошечные. Совсем крошечные. Совсем. Еле только-только от мамки. Ё-моё, только глаза открыли недавно. Зайчики какие. Им мамка нужна. Они еще толком есть-то, да, не умеют? Толком и есть не умеют. Ну, понятно, на грязь, да? Поэтому люди услышали, да? Там сосед он какой-то, он кормит. Кать, позови. Ладно, сейчас я позвоню. Сейчас, пусть еще пусть посидел на нее. Он еще пытается сосать. Вот он, сиську ищет еще, черный. Сейчас. Вон, это вот, ищет, еще сиську ищет. Совсем маленький. И вот таких вот выбросить. А ну что ты скажешь? А? Ладно, ладно. На, зайка. Иди сюда. Да погоди, реализовать у нас не могут. На, вот. Ну, зайчонок, погоди, на. На, на, на. Ой, тебе батюшки. Ой, тебе батюшки. Да сейчас и тебе дадим, и тебе дадим. Жопы маленькие. Так, значит, новые щенки. Мы пытаемся их маме вот этой маленькой подложить, потому что у них щенки возраст одинаковый. Давай. Ну-ка, как она примет их? Люди, когда вы будете отвечать за жизнь, которую вы наплодили? Вы не хотите стерилизовать ваших животных. Разве можно вынести и выбросить ребенка на медленную, страшную смерть? Он умирает несколько суток. Малыш, которого вы своими руками вынесли в поле в коробке. Друзья, я понимаю, что мы живем с уродами, с духовными, и миру от них никак не избавиться, так же, как и нам. Но я обращаюсь к той половине человечества, в ком хранятся хоть капля доброты, сострадания и милосердия. Приюты необходимы, пока рядом с нами живут вот такие духовные уроды. Наплодил – пристрой, сделай все, чтобы твой ребенок нашел дом. Не можешь – тогда не плоди. Всегда можно остановить собаку. Загуляла девочка, нет у вас денег на стерилизацию. Тогда закройте ее на 21 день. Изолируйте, чтобы она не нагуляла малышей. Пока вы не накопите на стерилизацию. Ведь зачем-то вы эту девочку взяли. Слышишь? Вчера подбросили в подъезд вот этого малыша, девочку эту. Ну, дождик. Жена принесла домой эту, ну, чтобы не мерз. Вот, позвонили в приют, Лиля вот там приняла, сказала. Мы попробовали попытаться по знакомым, но не знаю. Друзья, обращаюсь к тем, кто неравнодушен. Сейчас идет огромный поток малышей. Очень много брошенных котят, щенят в коробках, в ящиках. В мешках, кто куда горазд. Мы можем возмущаться, мы можем проклинать. И тем не менее, мы должны с вами противостоять. Я призываю вас всех. Помогите малышам, которые не виноваты в том, что они появились на свет. Пусть будет, пусть наступит поскорее эра добра, милосердия и сострадания к нашему миру. Добра вам, люди! От всего сердца, от всей лохматой души. Добра вам, люди!
Щенков привезли. Вот, три светленьких щенка в тяжелом состоянии. У всех троих щенков подтвердился пироплазмоз. Вот, у них анемия очень сильная. Вот, их надо переливать. Один темненький, у него анализ на пироплазмоз отрицательный. Но завтра будем перезабирать анализ, переделать, смотреть. Состояние, конечно, не очень хорошее у двоих малышей. Прям они совсем слабенькие. Ну, хотим рассказать по поводу малышей. Малыши самостоятельно сегодня начали кушать. Вот, до этого принудительно кормили. Вот. Единственная одна мелкая девочка, вот, его сестренка, вот, она у нас вчера погибла. Вот, и переливание делали, и все, но состояние было тяжелое, глюкоза упала. Вот. Остальные, слава богу, держатся хорошо. Вот, сегодня уже не капаем, только инъекции делаем.